Добрый день, дорогие друзья, гитаристы и не гитаристы, профессионалы и непрофессионалы. В связи с тем, что в наши времена очень часто стали приглашать, поиграть в одиночку, как я пишу, лабух, одиночка. Скучно до невозможности. У меня очень много минусовок, 90 примерно хороших, качественных, сделанных за годы минусовок, чтобы можно было играть одному, но вот так уже эти минусовки сидят. Хочется всегда играть вживую, чтобы это было более натурально. И в связи с этим все-таки мне пришлось пойти на растраты и приобрести, относительно новую примочку, которая делает бенд такой. В одной педали можно собрать бенд, записать сразу разом. Даже иногда, потренироваться можно играть прямо вживую. Прямо нажимаешь на педали, там все играет. Это типа лупера. Но здесь с басом. Вот такая штучка называется Trio Plus. Так я теперь этим занимаюсь. И в следующей игре, когда пригласят поиграть в одиночку, будет возможность все-таки более натурально, более вживую все это сделать. Смотрите. Приступим. T-Rex. Bang a gong. Вот такой наборчик педалей я использую в петлю с новой примочкой Trio Plus. Это включено в петлю, чтобы получить такой настоящий профессиональный эффект гитарной записи. Приступим к созданию бенда, песни, вот так можно сказать. Красная лампочка горит, нажимаем на бенд и начинаем играть. Теперь, когда мы записали бенд и прослушали его, мы хотим записать гитару. Это можно делать сразу, нажимая кнопки. Но в данной ситуации, чтобы было более понятно, я это остановил и начал заново. Нажимаем на луп, загорелась лампочка и начинаем играть. Теперь, когда записана первая партия гитары, можно записать еще одну. И еще, сколько вам угодно. Но в данной ситуации потребуется еще одна ритм-гитара, которая запустит вот эту всю нашу процедуру. Нажимаем еще раз овердубинг, получается, и играем. Запись готова. Можно продолжать, можно еще сверху записать. Но мы будем просто играть. Thank you.